Ой. Всех приветствую. Приехали мы сегодня. Незапланированный коп у нас. Приехали на поле с молодым копателем. Недавно купил прибор. Вот, скидывал я. Как он монету нашел, радовался. Феннингу. Вот, приехали вместе с ним покопать. Ой. Сегодня буду копать чисто монеты, ничего другого брать не буду там. Не, ну если попадет что-то такое, конечно, возьму. Но я имею в виду там тяжести таскать, даже ни рюкзак, ничего с собой не брал. Приехали на пару часиков. Раньше на этом поле попадалось такое, медные монеты в основном. Ну, походим, тут, конечно, болото. Ой. Всего удачного просмотра. Ветер дует прямо в глаза, солнце светит. Все слезится. Не знаю, там, наверное, в камеру шумит. Ну, что там? Не без этого. Это тебе не по ровному полю ходить. Это планка от винтовки Маузер на 5 патронов. Сюда загонялись 5 патронов. Хлоп. Она так опускалась. Магазин. Пальцем придавливаешь. Спускаются. Ой, хана, подгнила она уже. Люблю, как звенят монеты. У них такой сигнал. Выкопай меня, выкопай меня. А вот она, монетка. И это 50 феннингов. В классном сохране. Вообще зачетный сохран. Вот такие. Красотка. И продолжение песни. Теперь твоя я. Прям вообще не поедем. Обалденно. Забираем. Опа. И вот она, монетина торчит. Да иди. Еще 50 феннингов. Так, у меня теперь в кармане 100 феннингов. Интересно, что можно было на них купить. Люблю эти монеты. И они меня, походу, любят. Это какой год? Тоже 21 год. Монетный двор А. Красота! Кстати, тут еще какой-то сапог зацепил. Или не сапог, или сапог. Ну, похоже на сапог. Не понял. Ты что? Не понял. Какая-то монета с квадратной дыркой. Да, это китайская монета. Да ладно. Impossible. Не может быть. Не может быть.
Или нет? Или да? Или не китайская? Да нет, иероглиф. Нет, это однозначно китайская монета. Вот они, иероглифы по кругу. Ё-моё. Это мне фартануло, а? Да, вот они, иероглифы. Я не знаю, видно, не видно. Может быть, не китайская, азиатская что-то. Вот они, иероглифы по кругу. И вот они тоже. У-у-у. Вот это нежданчик. Первая китайская монета у меня в коллекции. Еще вышел монетус. Твою мать! Твою мать, серебро, бля. О! Ой, серебро какое, а. Большое, крупное серебро. 12-я часть талера. В каком прекрасном сохране, а. Я только что тут китайская монета была 1770 или 20-й. Ух ты! Вот она, красотка. Ради тебя я только сюда и пришел, а? Ай! Ай, красота! Ну, почти не поюзанная, почти. Есть тут потертость. Я аж упал тут. Сижу в грязи. И нервно курю. Фу. И патина красивая, а? Вот она. Однозначно красотка. Вот мой китаец, только найденный.
монета. Китайская. Да ладно, еще одна. Вторая. Да что ж такое? Вот она. Вы посмотрите, какая патина. А тут больше иероглифов. Не, ну это однозначно китайская. Я пребываю в шоке. Два китайца. Вот они. Это я оттер, а у этой вот патина. Я офигею. Ищем дальше. Выбиваем основательно тут все. Убиваю все. Только вот в этой ямке нашел второго китайца. А первого нашел вот там. За ним сразу был 90-я часть Талера. Я пошел сюда. Значит, беру квадрат и выбиваю его полностью. Невзирая на то, что тут болото. Весна не за горами. И жил. Знаешь, что я сейчас нашел? Китайская монета. Нихуй. Охренеть. Вторая китайская монета. Смотри, они какие старые. Патина зеленая такая. И бинго. 12-я часть Талера. Серебро. Вот здесь. А это какой похоже? Откуда знаю, там иероглиф. Смотри, какая прикольная 12-я часть. Медь. Серебро. Не, вот эти медь. Это медь, но. Зачем? Я не знаю, может, немцы в Китай гоняли. Привезли. Хожу, выбиваю. Это 1720 год. Нет. Вот, снизу. Двойка тут. Да, это двойка. Вообще в шоке просто. Да. Плотина, правда. Тут дорога была. А вот и красивая монетка. Походу 3 копейки. Да, 56-й год. Классная монетка. Люблю такого цвета монетки вообще. Тащусь от них. А китайцев больше нет. Что-то я тут выбиваю, выбиваю уже. Пока такой результат. Вот такой результат выхода. 50 фенингов. 2 фенинга. Далее 3 копейки 56 года. 2 китайские медные монеты. Это китайцы.
не знаю, получится у меня дома их изучить, узнать. Попробую сейчас в ванной отстирать их. Дай бог, чтобы не развалились. Но это еще такая более-менее бодренькая. Вот у этой что-то такое вот отваливаться начинает. Или это патина такая, зелень. И мой бонус. 12-я часть Талера. Я так понимаю, 1720 года. Состояние неплохое. Сейчас отмоется, будет блестеть. Выход был сегодня не запланирован. Так что всего-то погулял пару часиков. Погода отличная. Завтра, говорят, снег с дождем будет. А планировали поехать на завтра. Да и тут тоже такие болота. Но сегодня хоть не липла грязь так сильно на сапоги. Ну и местечко я это отметил. Я сюда еще вернусь обязательно. Если там есть китайцы, то я их найду еще. Все, до встречи.